обязан был это делать. Я-то должна была спасти отца, а ты... Ну что ж, спасибо, что пришел за мной. Высь. Эй, послушай. Вот он. Почти догнал. Черт, только не это! Я понял. Гравипушка. Да он, кажется, и понятия не имеет. Интересно, куда это он? О, Господи! Это реактор темного синтеза. Он питает устройство квантовой телепортации. Другой возможности не будет. Мы должны остановить доктора Брина. Ну, допустим. Я не могу его выключить. Похоже, он передал управление на ту сторону. Тебе придется проникнуть внутрь и сделать все, что можно. Быстрее в лифт, я тебя впущу. Покажи им, Гордон. Давай куда-нибудь. Будь осторожен. Ну, пошел, Мус. Состоящий из двух звуков. Это доктор Брин. Вот он. Доктор Брин. Я бы не советовал вам там оставаться. В момент синапса, как только я телепортируюсь, эта камера наполнится смертельно опасными частицами, название которых еще не придумано наукой. Быть может, я назову их в вашу честь, если найду время. Это спасет вас от полного забвения. Когда наступит коллапс сингулярности, я буду очень далеко. В другой вселенной, если быть точным. Вы же к тому времени будете уничтожены всеми возможными, и даже некоторыми невозможными способами. Сачван! О нет, комбайны. Откуда они до сингулярности 3 минуты.
еще здесь, доктор Фримен? Это ненадолго, я полагаю. Ваше безграничное упорство достойно лучшей цели. Дарья, загрузись. О, господи, портал открывается. Доктор Фримен? Mm-hmm. Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычна. Чем обманывать вас иллюзией выбора? Я сам возьму на себя эту привилегию, если когда ваше время придет опять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Фримен. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем, и здесь я исчезаю. Да. Кузя, успокойся. Кузя, отстань, знаешь. Ну и так заканчивается второй Half-Life. Ну, напоминаю, почему проходил, потому что был апдейт, который изменял вроде как текстуры. Там еще какие-то моменты, только я, в принципе, особо-то этого не заметил. Но, в принципе, было. Так оно и было. Ну и что же? Что могу сказать? Half-Life, он не есть Half-Life. И можно говорить только одно не... Игра зашибись. Больше ничего. Ну и на этом мое прохождение Half-Life 2 апдейт заканчивается. Всем спасибо, кто наблюдал, кто смотрел, кто хотя бы слушал данное прохождение. И вот, кстати, пошли там группа энтузиастов, которые согласились это все сделать. Ну, апдейт этот. В общем, всем спасибо и всем пока.